Идем дальше. Это кто такой? Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа. Мы сегодня с вами играем в аниматроников, в аниматоров хотела сказать, в аниматроников из Ада. Сегодня я сделаю себе такой небольшой челлендж. Я поставлю всех монстров, и мы будем пытаться от них отбиваться. А все зависит от того, смогу ли я это сделать или нет, поэтому давайте нажимаем с вами рандом и поехали. На рандоме, может быть, нам повезет. Ох, чует моя жопа, что мы сейчас сразу же сходу с вами отсосем. Но... ты меня поддержи, пожалуйста, лайком, мне будет очень приятненько на самом деле, потому что очень-очень страшно. Итак, поехали. Значит, у нас есть вот эта штука, и я забыла, как ее переключать. Как ее переключать? Я забыла, как ее... А, все, вспомнила. Так, здесь никого не вижу. Слушай, вроде бы даже относительно все безопасно. Ушел нахер отсюда. Культяпки свои убрал. Так. Пакман! Только не ты! Успела! Господи, помилуй меня! Так, идем дальше. Оно, видимо... Так, опять эта сраная комета. Она, по-моему, лазит по вентиляции, если я не ошибаюсь. Мы прожили с вами буквально сколько? Так, комета. А, от нее нужно закрывать дверь. Хорошо. Ладно, поехали. На рандоме, поехали. Хорошо, пока справились, хорошо. Двух монстров отпугнули. Это уже неплохо. Так, опять этот сраный челопук. Пошел в очко. Опа. На-на. Вот так вот я тебя напугаю. У, бляха, пошел нахер отсюда. Так, нормально. Пока живем. Так, это что за маска? Пакман! Да ладно! Успела! Успела! Какой кошмар! Так, нахер, закрываем. Подожди, как закрывать двери? А как двери закрывать? Так, Мишка, иди в жопу! Так, пошло в очко. Так, вентиляцию я закрыла. Это кто такой? Так, это какой-то Терренс. Привет, Терренс. Ну, мы продержались до часу ночи, уже больше. Так, ушел. Отлично, справляемся пока что. Я чувствую, сейчас ко мне придут. А как я закрывала двери? А, все, вспомнила. Куие. Все, отлично. Так, поехали тогда. Да в смысле, Пакман, блин? Да ты кто? Какой-то пангл ко мне пришел. Ну пошел бы ты в жопу, пангл. Так, надо Пакмана убирать. Он бесит. Пакман реально отвлекает. Давайте вместо него кого-нибудь поставим. Так, у нас был вот этот хрен. Это кто как раз таки? Я не знаю, может быть это пангл? Давайте клоуна поставим. Вот этот паук мне не нравится, он мне бесит. Так, пусть будет клоун. И вот этот пусть будет. Все, мне кажется, классно. Так, тут вроде бы все хорошо. 12 часов ночи. Мы пока живы. О-о-о. Пошел нахер, иди отсюда в жопу. И что он стоит? А как вы... что делать, смотри. Я не знаю, что делать. Дебил. Хер ли он мне тут стучал? Придурок, что ли? Опять Терренс пришел. Терренс, ты какой-то медведь со шрамом. Вот, это ты. Тут пишут, на каких они камерах. Так, давайте уберем Терренса. Короче, вот так. Недолго мы с тобой, конечно, держались. Держались как могли. Ну, главное не паниковать, понимаешь? Главное, это вот этих вот скидываем, пацанов. Они, видимо, тут периодически будут мне подкидывать свои подляночки. Так, а чё по медведю? Он стоит на месте, этот хер моржовый? Да иди в жопу, ну хер ли ты опять стучишь? Иди нахер отсюда, да пошел ты в жопу, да перезагрузи, уйди. Иди отсюда. Что? Я не знаю, что это такое. Я забыла. Так, а что делают фруки? Как он как бы не пролез? Господи, как сложно, фруки. Так, он... А, он из-за температуры приходит. Я и забыла, что же еще нужно перезагружать этот сраный хрень-то. У нас градус-то повышался, вот тупая. Я на панике забыла. Мишка стоит. Стоит, молодец. Вроде бы даже как-то это, безобидненько. Час ночи уже, ребят. Прикинь. Да в смысле? Ты
Most who look into these eyes find themselves lost. Не поняла, что делает этот жирный медведь. Я его уберу. Давайте поставим вентиляционного, фигля, нет. Чё за... Какие ночные видения, как это работает? Непонятно, но у нас теперь тут есть вентиляция, по этой вентиляции может... Что сейчас было? Как этого ко мне прошло? Оно же через вентиляцию приходит. Или через дверь? Это ты, Луна? Нет, Луна это вот это. Оно через вентиляцию пришло. Да. Ну, давайте вот этого музыкального поставим. Надо хотя бы хоть как-то потихоньку их изучать начинать. И я, конечно, понимаю, что там все на английском написано. Но я не шпреху настолько хорошо на английском, как хочет этого игра. Но мы научились скидывать вот этих пацанов. Типа, это кукольные малыши. Вот на эту штуку лучше не жать, а то происходит жопа. Главное, про бойлер еще сраный не забывать, но я про него забываю. Медведь как стоял, так и стоит, ему вообще похер. Так, вентиляции никого не вижу. Здесь вроде бы тоже все хорошо. Че у нас тут это? Где-то медведь еще должен ходить, судя по всему, музыкальный. Он песни поет, на него надо тыкать, насколько я поняла. Да иди в жопу! Пошел в жопу! У меня тут и так музыка играет без тебя. Мне надо найти этого медведя. О! Что мне с ним делать? Понял, понял. Пошел в очко. Так, я слышу... Опа. Я не понимаю. Я не понимаю. Это очень сложно. Ну, я отогнала это... Научился отгонять клоуна. Клоун оказался достаточно простым. Так, давай диетоток. Значит, смотри. Вот этот гад. Его надо, видимо, на камере просто смотреть и все. Вот этот, видимо, ползает по вентиляции. На него лучше, наверное, не смотреть. Или что, я не понимаю. На этого светить. То есть вот это показывает, где они лазят и что, типа, как их противостоять им. Вот этого пугаешь звуком. Хорошо, возьмем его. Вот этого, на него не смотреть. Так, пусть будет. Медведь, он по времени приходит. Этот по музыке, давайте пусть будет. Этот боится вспышки, пусть будет. Этот боится тыка, пусть будет. Хотя нет, не надо. Этот боится звука, этот медведь. Так, вот этих штук хочу взять. Давайте кого-нибудь, ну вот тоже, чувак боится вспышки. Давайте попробуем вот с такой вот командой. Мы, знаешь, уверенно идем к тому, чтобы начать 100% понимать эту игру. А, я зайчика, кстати, не поставила. А, ее надо подкручивать. Я тебя вижу, тварь. Пошел нахер. Я понял. Тут, короче, вот эта фигня, это музыкальная шкатулка. Если ее не завести, напишись на канал. Лайк поставь. Или, может, не поставь, не ленись, подпишись на канал. Понял? Вот так вот. Так, ну, пока что. Да иди в жопу, а! Долбится он! Я... Так. Пошел нахер отсюда. Приперся он сюда. Так, там пришел мой мальчик, на которого лучше не смотреть. Теперь. Ой! Видал? Так, бойлер. Ни хрена себе. Живем. Они еще едва заметны здесь. Нахер пошел отсюда. Ты кто? Бляха, он забрал. Он забрал. 2 часа ночи, а оно забрало. Так, закатываем шкатулку. Подводим ее. Давай, 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 подводись. Да ты затрахал. Иди отсюда. Блин. На меня кто-то дышит. Я же сказала, на меня кто-то дышит. Shadows. Меня убил. Но я в этот раз протяжалась дороже. А что делает этот Shadows? А, ну он просто подошел. Use бекон. Используй против него бекон. Хорошо. Был бы у меня бекон, я бы использовала против него бекон. Но мы с вами хорошо сейчас держались, я хочу сказать. Неплохо. До 3 часов ночи я додержалась. Видишь, уже намечается прогресс. Еще пару раз сыграть в эту игру, и мы начнем ее понимать. Просто непонятно, что делать с другими монстрами. А че свет не работает? Да ты... Я его видела. Ушел нахер отсюда. Час ночи. Так, идет мой любимый...
Ушел! Это был дракон, если кто-то не понял, это был дракончик. Так, перезагружаем бойлер. С бойлером произошла какая-то беда. Так, все здесь хорошо? Пока живы. Неплохо. 78% зарядки, но мы пока... Опа! Так. Так это эти бегающие. А какого хера он тут забыл вообще? Уйди нахер, я тебя прошу. Так, ко мне кто-то лезет по вентиляции, судя по всему. Так, пошел нахер. С вентиляцией разобрались. Мне сложно играть в эту игру, но я пытаюсь, правда, я пытаюсь. Вы видели, я пыталась, я просто... А, я забыла про музыку! Я забыла про музыку. Ёб твою мать, ну конечно меня убил этот дятел музыки. Не, ну по факту, те монстры, которых я сейчас выбрала, они не супер сложные. Они типа нормально себя ведут, адекватно, я бы сказала. Ну, по крайней мере, я на это... Иди нахер отсюда. Но она, в принципе, долго кончается, эта музыка. Меня беспокоят вот эти вот пацаны. Вот эти вот. Так, ко мне лезут вентиляции. Ушел отсюда нахер. И пришел мой цветочный повелитель, на которого нельзя смотреть. Он очень скромный просто, понимаешь? Да уйди нахер! Ну вы что вдвоем-то пришли? Так, пошел в жопу отсюда, медведь недоросок. Так, заводим шкатулку, не забываем про нее. А где этот клоун стоял? Вот здесь он стоял. Он ушел. Да иди в жопу, а! Он где-то здесь был. Иди нахер, я тебя вижу. Я тебя видел, тварь. Так, ко мне вентиляцию лезут. Пошел в очко отсюда. Меня беспокоит. Так, ко мне пришел мой любимый друг. Ты в соседний, да? Вот же долбится, а! Музычка! На-на-на-на-на-на, давай-давай-давай-давай! На-на-на! Подкрути его, мать ее, быстрее, быстрее! Там ко мне долбится мой любимый друг! Пожалуйста, уйди! Смешно, а? Смешно обосраться, я чуть не сдох сейчас! Ладно, у меня получается. У меня против этих монстров всех получается пока выжить. Неужели я выживу, ребята? Так, подкрутись. Так, никого здесь нет? 4 часа ночи, 26% зарядки. Все херово на самом деле. Пивочко. Перезагружаем бойлер. 17%. Никого здесь нету? Она так быстро уходит. Так, идет мой любимый этот, на которого нельзя смотреть. Давай, подкручивайся быстрее. 12... 5 часов утра, ребят, 5 часов. 11% зарядки. Неплохо. Да иди в жопу, а! Ну, затрахал! Да ты посмотри, как она быстро уходит под конец. Напишись, не ленись на канал. Лайк поставь. А то будешь плохо спать. Пошел отсюда в жопу. Да опять ты! Уйди нахер! Все, ребята, утро! Все, у нас кончился свет. Мы выжили! Мы выжили! Есть! Сколько было монстров? 5? Офигенно! Великолепно, говорят! Великолепно! У-ху! Мы смогли против вот такой вот пачки с вами спокойно себе противостоять. Мы с вами молодцы! Я надеюсь, что вам понравилось. Поддерживайте меня лайками. Я считаю, что я молодчинка. А что это такое? Итого, мы с вами противостояли, короче, вот этому клоуну, вообще не страшный, не сложный, то есть ты, когда его видишь, просто его спугиваешь звуком с нужной стороны. Вот этот гад, на него просто не смотришь, вообще самый легкий дурак. Этот гад, просто заводишь шкатулку, тоже, в принципе, не сложно. Этого, если увидел, спугнул вспышкой. Вот этого спугнул вспышкой, лазит преимущественно в вентиляции, собственно, все. Вот эти пацаны, на них нужно разбить, а потом просто на них смотреть.
смотреть. Вот и все. С остальными будем разбираться с вами дальше, в следующих сериях. А пока подписывайтесь на каналчик. Еще раз спасибо вам, что посмотрели это видео. Смотрите мои другие классные ролики. Увидимся с вами уже очень скоро. Пока.